О, вон он, пробежал. Ща мы тебя оприходуем, братан. Так. Ну как? Во, все нормально. Так, жетончик мы хаваем. И поехали. Чувак, ну ты... Давай, соберись, тряпка, давай. Ты сможешь. Ну? Ладно. Привет, в общем, я обещал новогоднюю охоту на бов. Ну вот и она, собственно, персоной. Ну и куда же Новый год без подарочков? Пора бы вас побаловать, наверное. В общем, я разыгрываю очень много всего. Короче, скаут стужа сроком навсегда. 3 киви сета, 3 ножа бабочки и 3000 кредитов. Ну и в общем, будет 10 победителей, которые заберут эти призы. А тебя что, как обычно, потребуется? Поставить лайк этому ролику, оставить комментарий и быть подписанным на мой канал. В комментарии укажи свой ID ВКонтакте, чтобы я смог сверить тебя. Вот, и итоги я подведу в группе своей. Ну, наверное, скажем, числа 3-го. Это уже будет в 19-м году, да. Охренеть, уже 19-й год. Ну, в общем, не суть. И еще в этом ролике спрятаны пин-кодики. Очень сладенькие. Так что смотри внимательно. У него что, пинг огромный настолько, что я его ударил? А он прилег. Че, братан? С наступающим тебя! Подарочек тебе принес. Ты как, не хочешь его брать, что ли? Стой. Не стреляй. Go в the... Чё? Чего? Чё ты имеешь? Я тебя... А потом я встану. Чего? Нифига не понял, но мне это не нравится предложение. Алле. Да ч... На каком языке... Ух ты, собака бешеная. Ты где ты там? Угу. За жетоном он не торопится идти. Так, он, походу, где-то там прямо сидит. Это ты мешался, да? Да падай! Чё с моими перчатками не так? О! Ты куда намылился? Поди меня убивать собрался? Ну, давай, давай, подеремся. Да стой, ты не шевель... Да почему не падают люди? Чё не так происходит? Алло, Варфейс! О, здрасте. А это снова ты? Так, ну, попытка, как говорится, number two. Найти флешку. Да почему... Какого фига люди не падают? Warface, блин. Чё это такое? Сейчас новым аккаунтом, дойдя до 11 ранга, высвечивается предложение с золотыми пушками. Ну а заход в игру ты вообще будешь получать целые комплекты пушек по 5 дней. Ну и тем самым тебе вообще не придется донатить, и ты сможешь нагибать с этими стволами. Когда будешь создавать новую почту, чтобы вкачать аккаунт, воспользуйся ссылками в описании, перейдя по которым, ты можешь получить на выбор боевой сет с крутым пулеметом, пушки неон, либо вовсе открыть золотую коробку и нагибать всех по хардкору с АК-103. Ну а если вы не знаете, как создать аккаунт, то ссылку я оставлю в описании. В том видосе я все подробно рассказал. Давай, удачи, чувак. Я жду тебя на ветеранах. Если что, мой ник X-Medium. Видите эту точечку? Это нубик, который не смотрит на радар, потому что я у него тоже подсвечен. Куда ты намылился? Там тупик. Ага, ты уже это понял, да? Так, стой ровно. Да, чего? Да падай ты! Кстати, впервые флешкой сейчас убил. Ну меня, блин, бесит это! Так, там жетончик есть. А вот, собственно... На карте подсвечивается и его, походу, владелец. Давай, давай. Чувак, ну серьезно. О, куда это ты? Побежал. Так, я подходить к тебе не очень-то хочу. С наступающим, братан. Смотри по сторонам. Так, на радаре... О, там прям как гирлянды. Так, вот этого сейчас попробуем подловить. Хотя он меня, наверное, тоже видит, да? Да. А, нет, он даже не смотрел. Во, аллилуйя, перчатки заработали. Наконец-то я могу дефать теперь. Так, кто следующий?
Ой-ой-ой, что-то вас там слишком много на карте. А... Гады. Да, ну на Сибири, конечно, очень красиво. Причем... Чего? Ты что там попукиваешь? Я думаю, что за странные звуки тут были? Потом на радаре его заметил. Так, ладно. Надо тебе ответочку сделать. О, а я куда точнее, чем ты оказался. Так, сейчас жетончик мы твой захаваем. И пойдем дальше гулять. Ой, ты, блин, как же меня бесит эти пистолеты. Теперь все снайпера с ними. Чувак, пушку-то надо перезаряжать до конца причем. Он ее не доперезарядил и пытался что-то сделать. Вот, это самое рыбное место. Вот эта лодка, я не знаю, тут как будто медом помазано. Все постоянно приходят, жопу свою приземляют, прицел открывают и сидят вечно. Вот, и до тебя добрались. Так, у меня тебе подарок на Новый год. Вот, ты его потом распакуй, когда вставать будешь. Да-да-да. Вот этот взрыв видели? Вот это моя жопа, когда не срабатывают мои приемы. О, тут в теремочке-то поживают, сидят. Тут... Иди сюда! И ты сюда иди, ты что тут машешь своей этой дубиной? Так, ага. Там еще чел. Давай. И тебя встретим. Что, еще будут? Так, ага, слышу. Что, зайдешь? Прям ко мне? Давай, смелее, чё ты? Здрасте. Чё это? Да вы чё, серьезно? Вас тут чё, как говорится, место встречи изменить нельзя? Все-таки не зря я минку поставил. Не зря. Так, что тут никого, что ли? Странно. Ага. Здрасте. Эй. Ты чё? Ты что-то перепутал, походу? Блин. Ладно. Ты еще и резать? Не-не-не, чувак. Тут один король ножей. Это я. Ну, не всегда, конечно. Бывает, что и меня режут. Но все же. Во, вот, как я и говорил, вот здесь сюда, либо эта лодка, либо вот этот камень. Постоянно просто, everyday I'm hustling, как говорится. Ну, и что, ты даже стрелять не будешь, что ли? Ну, хотя бы попытайся, ну, чувак. Ты что, завис, что ли? Алло, я, что с тобой? Ага, понял, не завис. Так, еще вторую. Ты что там попукиваешь? Ну-ка. Так, все, вспомнил удар на какой кнопке. Сейчас я тебе этой флешкой. Ага. Так, сейчас будет справа ждать, да? Нет? Убегает? Серьезно? Ты, значит, так храбро стрелял в меня? И решил слинять? Ага. Фух. А, так это ты меня уже три раза убивал. Бесюган, блин. Снова ты? Ладно. Сейчас будем сравнивать наши счета. Отстань. Так. Вот это хорошо было. Ну и... С наступающим, братан. Бесишь. Вон он бежит. Давай, давай. Я правда надеюсь, что... Ты не прямиком ко мне бежишь? Ага, все-таки прямиком ко мне, да? А чё ж ты не стрелял-то раньше? Ладно. Давай, заходи, дорогой. Лошара. Так, вон, точка на карте. План перехват. Так, кто следующий? Еще не? Товарищи. Есть. Всегда найдутся. Так, жетончики, это мое. Чё там нет? Больше. Да не может быть, обычно тут... Ага, во. О. Так. Оп, я столб. Он не увидел. Ага, блядь, не увидел. Прошу прощения за выражение. Ну и раз ты досмотрел до этого момента, то советую посмотреть тебе вот этот ролик, который сейчас у тебя на экране.
я создал второй канал, на котором я буду снимать другие игры. Ну, само собой, это будет как охота на нубов, только смешанная в разных играх. Например, PUBG, Fortnite, Колда, ну и многое другое. Ну а подписываться на него или нет, решать только тебе. Спасибо тебе за внимание, удачи и пока-пока!